Ну что ж, уважаемые зрители, как вы знаете, есть такое понятие «мелкашка», а есть такое понятие «оптика для мелкашки». И сегодня будет, возможно, первое видео из серии «Прицелы для мелкашки» в моей коллекции. Или, по крайней мере, прицелы, предназначенные для данного типа оружия и калибра. Как вы знаете, у мелкашек дистанция, на которую пуля, особенно в 22 LR, то есть 5,6, 5,7 в реальной жизни, не особенно большое, там 200-300 метров, это уже считается достижением, поэтому особенно большого приближения не требуется. Но требуется видеть. И в большинстве случаев желательно, чтобы оптика не была тяжелой. Вот так вот. Первая серия у нас будет новый прицел от фирмы Mostrom. Приближение 3-12 и объектив 42 мм. Переходим к данному прицелу. Это мой очередной тест, как вы, наверное, уже поняли. И первая часть – чисто настольный осмотр. Фирма Mostrom Tactical. В черной коробочке прицел. Прицел бюджетный, но не самый дешевый. Скажем так, есть дешевле. В моем случае прицел пришел одновременно с кольцами, которыми я, скорее всего, не воспользуюсь, поэтому даже открывать их пока не буду. У меня под это кронштейны есть. И сам прицел. Предназначен у меня для моей полуавтоматической винтовки фирмы Anschutz. Соответственно, одной частью из тестов будет проверка того, как этот прицел действительно работает на данной винтовке. Что мы получили с прицелом? Инструкция, запасная батарейка, коробка, сам прицел, простейшие крышечки, прозрачные, как ни странно. Ну и вот прицел. Смотрите, что на нем написано. Водонепроницаемый, туманонепроницаемый и шока держащий, не знаю, как сказать. Не бьющийся. 3x12x42. Видите? Стекло с таким зеленым оттенком. Сетка простейшая. На столе ее показать практически невозможно. К сожалению. Или к счастью. В зависимости от того, кто что об этом думает. Есть подсветка. Есть параллакс сбоку. Здесь вертикаль и горизонталь. Но сетка, если серьезно говорить, такой довольно-таки простенький милдот почти. Здесь будет отдельно на улице видео с данным прицелом. Подсветка по китайскому варианту немножко вбок. Сбоку на объективе. Подсветка подсвечивает очень много. Есть как красная, так и зеленая, стандартный вариант в китайских прицелах. Все как обычно. В пределах дома на расстоянии 10 метров видно нормально, но надо проверять на улице, конечно. Как видите, довольно-таки быстро движущееся кольцо увеличения. Подсветка, фокус плюс-минус. Здесь у нас что? Честно, плохо видно, что у меня тут. Здесь у нас параллакс. Судя по всему, 15, 20, 100 и бесконечность. Что, в принципе, логично. Посмотрим, что у нас за барабанчики регуляции. Видите, наверху у нас вертикаль, а сбоку будет по горизонтали. Все сделано в довольно-таки приятном цвете, снаружи, по крайней мере. Покрытие нормальное на внешний вид. Барабанчики можно закрыть. И, в принципе, посмотрим на кольца, раз уже смотрим, что пришло в коробке. Чисто для разнообразия.
простейшие кольца с выносом, довольно-таки низкие, и всего на одном болтике. Так что, не знаю, пойдет в мою коллекцию кольцев, а этот прицел пойдет на какой-нибудь кронштейн. Потому что здесь идет на полуавтомат, на котором требуется как раз более высокая установка оптики. Так что вот первая часть обзора этого прицела. Посмотрели на него на столе. Давайте теперь перейдем к тесту на улице. Посмотрим, насколько хорошо через него видно, насколько хорошо через него видит камера. Так что продолжение теста на улице.